здесь еще можно порисовать. Видимо, когда выходные, много народу, вот так вот можно подождать какой-то аттракцион. Мы с тобой делали это раз, смех, смотри, тоже мяч, да? Ну, Радулов, давай. Что, покажи ворота. У меня ручка не надо. Классный, конечно, комплекс, мне очень нравится здесь. И, наверное, из всех развлекательных комплексов в нашем городе это самый лучший, где я когда-либо была. И по качеству, и по тому, сколько здесь всего. Что здесь есть? Вот такие штучки, автоматы. Но выиграть ничего нельзя. Вот я только что поймала одного мохнатика. Так, что-то она не шевелится. Попробуем другую. В общем, я поймала одного мохнатика. Он кладет его в миску, а потом обратно. Эта миска так поднимается, так чпок, и его выкидывает обратно. Ну, интересно. Деткам, конечно, классно. Я не знаю. Мы, наверное... Мне кажется, нам 3 часов даже не хватит, чтобы все обойти. А это что за парфюмчики? Что надо сделать? Нужно зайчика пустить, короче, куда-то. Я не понимаю, куда. Сверху летают всякие космические штуки. Птичка. Все здорово. Зайка, мы не играли в боулинг. Тём, а машинки. А здесь нужно собрать какую ты хочешь машинку, легкую, тяжелую, какую хочешь, и запустить вот здесь. Мяу. Чья машинка придет впервые, тот молодец. Финиш. Почти страйк. Я тебе сейчас покажу, наверное. Если нам тетенька позволит. Нужно обходить эти. Надо взять клюшку и мячик. Три. Класс. В общем, здесь вот такой вот есть гольф. И там, как я понимаю, детская комната для всяких праздников.
есть, если вы решите отмечать день рождения, здесь есть еще и специальное помещение, класс. Вот. И тут еще что-то тоже, видимо, для празднования. Такой одинокий шарик висит. Сейчас мы поднялись на второй этаж. И отсюда хорошо видно парк сверху. Правда, ощущение, что мы будто в Европе, а не в России. Очень классный парк. Так понимаю, что он по аналогу финского сделан. Папа что-то запустил, смотри. Всяких развлечений, конкурсов, призов и много всего интересного.